Шапки, перепады температур, сухой воздух в офисе и дома не лучшим образом влияют на здоровье волос. Интернет пестрит народными рецептами. Одни рекомендуют луковичные настои, другие – молочные ополаскивания, третьи – медовые маски. Кому стоит доверять, пыталась разобраться Вера Черных в рубрике «Здоровый вторник». Вредное воздействие природных факторов, недостаток витаминов, плохая экология, стресс часто приводит к ослаблению, а иногда и к потере волос, алопеции. И вот здесь, конечно, не обойтись без радикального лечения. Не только мы изучаем строение волоса, как он выглядит у нас у данного клиента, мы изучаем полотно его волоса, то есть кончик, сечется, не сечется, насколько плотно прижаты чешуйки у волоса. После видеодиагностики мы можем составить поэтапный план решения этой проблемы. На протяжении всего курса проводится трихограмма и микровидеодиагностика, которые позволяют определить точное соотношение количества волос в фазе роста и отдыха, а также отследить изменения, начиная с первой консультации и в ходе всего лечения. А для каждого пациента подбираются коктейли мезотерапии. Компоненты, которые входят в состав мезококтейлей, способствуют стимулированию кровообращения, улучшают трофику волосистой части головы, в результате чего улучшается рост волос. Одного раза недостаточно, тут именно нужен курс. Но если вы боитесь уколов или есть противопоказания, то в помощь вам аппаратные методики, такие как безинъекционная мезотерапия и Дарсенваль. Они помогут активизировать работу клеток, восстановить обмен веществ в тканях и пробудить спящие луковицы. Путем кислородной струи мы вбиваем в кожу лекарства. Это безболезненно, не опасно, но в то же время очень полезно, особенно в сочетании с процедурой пилинга и скрабирования, когда мезотерапия происходит на чистую, очищенную от всех побочных эффектов кожу. Определить, что необходимо именно вашим волосам, подобрать индивидуальное лечение, помогут грамотные специалисты. Одна из процедур – это процедура кератинового восстановления волос. Кератиновое восстановление волос – это один из самых эффективных методов лечения, который заключается в применении специального комплекса веществ. Еще один прекрасный метод питания – это ойл-терапия. Это очень интересная процедура для ослабленных, поврежденных окрашиванием, химическими завивками волос. Органовое масло или масло железного дерева очень полезно для воздействия на полотно. О волосах, как в рекламе, хоть раз мечтала каждая из нас. Стать их обладательницей теперь можно и в Красноярске. Благодаря процедуре биозапаивания. Суть методики состоит в том, что раздвоенный кончик волоса соединяет между собой состав. Со временем волос сам по себе восстанавливается, и его не нужно стричь. При любой проблеме с волосами необходим уход за кончиками, потому что в комплексе волос наш должен выглядеть здоровым. Прошу заметить, что процедура восстановления имеет не только косметический эффект, но и лечебный. Всего за один час секущиеся кончики приобретут эстетически красивый и ухоженный вид. Уникальные процедуры для ваших волос с использованием передовых технологий теперь доступны в салоне «Флора», который располагается в самом центре города, по адресу улица Карла Маркса, 95, первый корпус, пятый этаж. Подробности по телефону 208-45-47. Не откажите себе в удовольствии быть красивой.